Всем привет! Сегодня у нас очередная порция китайки будет. Будем бомбить талантики, коробочки. Немножко подкачивать героев наших. У нас есть дохренище плюшек. И попробуем затащить следующую волну. Я, конечно, не уверен, это для этого надо сделать расстановочку, но попробуем и следующую подземочку пройти. Так, что у нас есть? У нас есть 6 коробок, 2 бога войны, 2 ложных выпада и дохренища героев интересных. Так, поехали смотреть. Так, Анубис. Бога войны сюда ставить смысла даже, наверное, нет. Так, тут все понятно. Тут понятно пока, тут понятно. Сюда бог войны не нужен. Тут нормально, нормально. Как видите, мы уже так более-менее героев собрали. Осталось только кгашками докачать скиллы им и сделать эволюцию. Так, понятно. Открываем второй талантик. Хорошо. Так, шапка. Ну, шапку пока качать не хочу, она мне не особо нужна. Вольт у нас есть, с БВшкой тоже смысла делать нету, будет убиваться очень. Так, малыш Ник. Давайте малышу Нику сделаем восьмерочку. Так, ну, качать его так не будем. Дальше Фина. Для нее у нас бог войны специально один остался, одна с воодушевлением. Бигфут пока не хочу качать, возможно, буду с ожогом тоже качать. Так, со стойкостью. Нет, не хочу, не хочу. Так, ну тут для архидемона единственный вариант ее качать пока. Тыква с утеканием тоже на архидемона нужна будет. Череп. Ну вот, накрасы пошли. Так, варлок. Вот варлока, думаю, нам стоит качать, только не знаю, тоже бавашный, ложный. Лучше все-таки бавашку, ложный выпад нафиг не надо. Так, Франки огненка, череп смертельный, Ронин призрачный. Ха, вот так вот даже. Еще один некрос огненка. Ну, давайте будем сейчас пробовать что-то достать с коробок и будем думать, что делать. 6 коробочек у нас есть. Так, ну, первая коробка. Смертельный удар. Ну, бесполезный он у нас. Это уже со смертельным. С таких, кого его еще можно поставить. Душику смысла даже нету. Ну, в принципе, будем допом ставить, чтобы их прокачивать потом. Точнее, гарнизону нашему, потому что у меня больше СУ некуда ставить. Бочки поставим. Так, следующий. Ну, ребята, блядь, это однозначно опять лайк, репост, коммент. Ну, ремка это, блядь,
Я не знаю, то ли это подкрутили, как вы говорите, то ли что, но ремками нас тут просто закидывает с коробок. Просто трэш полный. Так, по ремке. Кто у нас остался? На ремку. Тут ремка уже есть. Леди Лео. Интересный, думаю, вариант будет. Леди Лео, Валька. Но Валька особо, честно говоря, не используется так. А вот для PvP локаций Лео, мне кажется, будет получше, чем она. Кто еще? Кто еще? Медуза. А вот медуза, кстати, нам неплохо было бы. Так, леди медуза. Я бы, наверное, все-таки поставил. Сюда я, если что, могу и рунами собрать. Либо следующую. А вот медуза мне нужна для боссов. Да, все-таки мы сделаем вот так вот. Бум. А следующая уже пойдет, скорее всего, на Леди Лео. Вальку пока я качать все равно не буду. У меня разгона и без Вальки хватает. Так, хорошо. Смотрим дальше. Поехали. Разброс. Ну, тоже очень интересно. Кстати, мне разброс понравился на Некрос. На Некрос на своем основном аккаунте. Но также я хочу разброс на одержимом. Так, ну тут пока у нас не получится, мы его будем держать. А на душике у нас уже есть. Разброс. На кого еще будет хорошо? На Вольта смысла нет, а Леди Лио тоже. Как бы не особо. Череп. А давайте, кстати, у нас черепа, по-моему, с разбросом нету, если я не ошибаюсь. Смертельный один. Корка тоже единичка. И этот утекание, по-моему, стоит. Да, вот сюда мы поставим разброс. Так, есть. Ну, неплохо. Меня больше всего радует то, что мы словили ремку. Так. Третья коробочка. Бум, стойкость. Ну, стойкость это уже такое. Стойкость мы поставим, знаете, кому? Поставим стрелку. Стрелок со стойкостью тоже смотрится довольно-таки неплохо. Так, стрелок готов. Ожива. Оживу мы поставим. Так, дерево у нас с ремкой. Оживу поставим Вальке. Вот так вот. Как у меня и на основе. Рано или поздно дело дойдет до ремок здесь. Так. Ну что, последняя? Ремка? Или бог войны? Тяжелый удар. Ну, тяжелый удар, такой себе талантик, конечно. Тяжелый. Да, тут особо некому его, честно говоря, ставить, этот тяжелый удар. Поставим сюда. А, не, поставим допу. Чем мы мучаемся?
Что там у нас есть с гарнизона? Так. Сейчас какого-то зеленого. А, откроем этого снайпера. Снайпер. А, можем, в принципе, дриаду открыть. Будем по чуть-чуть здесь прокачивать гарнизон. Так. Это с коркой сразу упало. Так, есть. Есть. Что тут у нас дальше идет? 30к, и у нас еще будет две коробки. На 30к вы знаете, что мы сделаем? Мы сделаем вот так вот. Прокачаем ратушу. А знаете для чего? Для того, чтобы у нас открылся тотем. Первый наш тотем. Так, есть. Его можно немножко улучшить. Нужен 19 уровень. Мы ратушу сейчас будем прокачивать ради забора. И для того, чтобы... Так, Минотавр. Побольше зданий разблокировать. Так, у нас там уже надо свыше нашего лимита. Так, есть. Хлоп. И все готово. Улучшить. Ну, 1717 уровень уже. Дальше у нас добавляется забор. Так, давайте будем кому-то качать просветик по чуть-чуть. И пойдем, наверное, еще порулим талантики. У нас куча героев. Я вот думаю на Ронина одного сделать с БВшкой, специально прокачать для урона как на основе, чтобы он хорошо дамажил. А второй у нас будет талантик на нем, это ожог. Для битвы гильдии тестов. Так, есть. Так, с этим закончили. Следующий уровень. 2000 почти. Оп, есть. Что у нас на следующем будет? Пятое. Так, смотрим, что мы можем поставить. Еще по одному. А тут можем башенку еще одну поставить. Дальше добавляется у нас, как видите, только забор. Так, тут нужен 19 уровень для следующего этого. Ну, давайте немножко подкачаем. Все-таки
Самое основное это ратуша. У нее так немало жизни, в принципе. Она нас будет спасать на волнах даже. Точно так же и таблетки надо качать, по максимуму стараться. Так, что тут у нас получилось? Уже 35, забираем руны. Так, и побежали на 25к, паролем. Талантики, может, что-то интересное нам упадет. Героя, в принципе, ролить там смысла нету пока. Так, будем ролить на, как обычно, на стрелке. Так. Поменять. Сову. Тяжелый. Утекание. Ремка. Ложный. Смотрите, как. Так, тяжелый удар. Открываем. Его открываем. Ледяного. Так, хорошо, есть. Ледяха у нас вот такой получился. Так, этот. Побежали дальше. Замедление. Ай-яй-яй, сменил, надо было кому-то поставить. Вторым талантиком. Так, утекание 4. В принципе, мне четверки особо не нужны. Мне только если надо, так это пятерки. Ставим вот так вот. Так, ожило. Замедление. Опять замедление, воодушевление. Ну давай пятерочку. Надо пятерочку какую-то интересную, рандомчик. Организуй нам это. Корка. Корка это не то. Просвет первый тоже нафиг не нужен. Херня, 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 ребята. Домчик над нами издевается. Так, кого там еще? Шамана, по-моему, у нас нету в алтаре. Если я не ошибаюсь.
Да, надо сейчас его нанять. Так, этого нету. Эту надо нанять. Морозницы, по-моему, нету, этого нету. Так. Используем снайпера. Ну, рандомчик, просыпайся давай. Хватит тупить. 4. Да, у нас уже, ребята, 50 тысяч силы. Так, это мы сцепим какому-то некросу сейчас. Там, по-моему, одного некроса. Да, поменяю вот этому. Блядство. Я бы так это назвал, ребята. Это просто жесть. Так, ну тут мы ставим. Здесь у нас уже есть. Ставим на Лиди Лео. Ну и что я могу вам сказать? Это Китай, детка. Это Китай. Просто жесть. Так, сколько у меня там их уже? Так, еще откроем кого-то одного. Вот его откроем. Или ее откроем лучше. Да. Ремка, блядь. Вторая ремка за сегодня. Это просто жесть. Вот это хорошо. Это мы вклеим. Сейчас подумаем, кому. Вот у нас еще нет. Шапка. Так, Дрейк у нас с чем? Вот Дрейку можно поставить. Да, блядь. Еще одна ремка. Это жесть, короче. Бастион. Бастион. Так, вот это уже поинтересней будет. Бастион, бастион, бастион. Анубис просится на бастион. Афине тоже, в принципе, бастион можно поставить. Но она у меня будет домашняя СБВшка, однозначно. Не хочу я ей бас ставить. Так, Бигфут. Не знаю насчет Бигфута. Ронин. Сделаем некроса одного. С бастом пусть будет на урон. Так, рулим дальше. Еще пару тычек можно сделать. И будем опять открывать коробки. Так, заменить.
Разброс, бля. Это просто жесть. Как сыпят офигенно таланты здесь. Так. Разброс. Тут уже разброс есть. У меня тут разброса, блин, с головой хватает. Блин, обожаю китайку. И вы тоже, если ее обожаете, ставьте лайк. Так, ну, можно разброс, в принципе, сюда поставить. На нее. Хотя там будет бог войны стоять лучше. А черепа есть. А поставим сюда. Не разброс, в принципе, или на накраса. А, давайте на одержимого поставим. Пофиг, пусть будет один одер. Хотя, в принципе, нет. Не пойдет, не прокатит. Есть дракон, чем мы паримся? Разброс на драконе тоже нужен. Корка! Пятая корка! Охренеть! Просто сыпет. Блин, ну это жесть. Это просто жесть. Так, череп такой есть. А сделаем Анубиса с коркой. Вот так поставим. Пусть будет пока так. Можно было и Фрэнки поставить корку. Но пусть будет так. Так, смотрим, что там у нас. 58. Еще 4 тычки. Это пиздец, ребята. Это просто разъеб. Ну, я не знаю. Вот это действительно сервак, на котором реально стоит играть. Ну, у нас на ремку больше просто некого ставить. Можно, в принципе, вольта, но смысла нету. Это просто жесть. Да, блин. Ну, Кенди я использовать буду. Однозначно идет в Альке. Просто жесть. Ну, давайте до следующей пятерочки. Или ну нахрен, у нас коробки есть. Лучше самое оставим на что-то более полезное. Так, забираем осколки Некроса. Ну блин, ребят, это просто жесть. У нас аккаунт получился настолько имбовый, топовый. Я сам, честно говоря, в шоке. Так, ну что, коробка. Разброс. Сволочи, запарили вы уже со своими разбросами. Ну, давайте на арташку поставим, пусть будет.
Замедление. Замедление это тоже очень хорошо. Так, насчет замедления. Друид этот с замедлением есть. Так, кто мне еще нужен будет с замедлением? Купидончик. А, у Купидончика нету скина. Придется второго, либо подождем. Наверное, скорее всего, подождем. Думаю, скоро будет скин на Купидона. Однозначно. Надо будет перетереть с разрабами. Они потом сделают мне, как обычно, подгон. Так, у нас тут, по-моему, где-то акция была. Я не знаю, закончилась она или нет. Так. А вот есть у нас акция. Давайте еще здесь что-то заберем интересное. Вот так вот сделаем. Ну, блин. Вы сами все видели, за сколько самоцветов мы набили какие таланты. Это просто жесть. Осталось только найти дохренище кхэшек и прокачать все. С кулаками как бы у нас проблем нету, с талантами мы уже разобрались. Сейчас будем качать таланты на архидемонов следующим этапом. Вот еще пару героев прокачаем, Некроса, думаю, прокачаем. Так. И будем дальше просто тупо качивать героев на архе, чтобы хотя бы в топ там 100 входить постепенно. Да, такого, конечно, у меня даже и на основе не было, чтобы так сыпало за такое количество самоцветов. Так, есть, это забрали. Это понятно. Это акция, скорее всего, на ролл. То ли чар, то ли чего-то, хрен его знает. Так, забираем. Ну, еще по 10 осколков даже получили. Жестко, жестко это все, ребята. Это очень жестко. К сожалению, нам не хватит. Так, а что у нас у Купидона? Мы можем, в принципе, ворожеем немножко прокачать. Либо купчику. Где там наш Купидон? Рун, кстати, у нас тоже уже дохренища разных. Давайте все-таки будем Купидона поднимать. Он нам более важный будет на Архидемоне. Так, еще 100 тысяч, в принципе, это фигня. Так. Ну что, попробуем. Попробуем. Таким вот составом. Нуба составом. Затащить сейчас. Так, вместо минуса мы поставим стрелка. Попробуем таким составом затащить волну АА. Ну, конечно, мы тут пробовали. У нас первое только получалось и все. Дальше нас просто имели Атланты и прочие. Вот как сейчас. Афина просто слилась жестко. Об Атланта. Атланта очень много. Мы тут ничего не можем сделать, как видите. Ну, надо немножко других сюда героев, но мы попробуем все-таки именно таким составом. Okay.
Да, финка сливается. Пофиг вообще все. Ну, тут понятно, надо ставить расстановочку. Это мы сделаем. Пока мы сделаем пропуски. Ну, это жесть, ребят. Я в шоке с прокачки этого аккаунта. Так, ворожай есть. Плюс один уровень. Так, на подземке хранитель есть. Фрея. Фрея можно убрать. Поставим вместо нее Купидона. Вот так вот. Так, есть, есть. Вместо Афины мы поставим нашу тыковку. Так, а вместо стрелка можно, в принципе, было бы и Фрея, но мы поставим вот так вот одержимого. Вот такой вот состав. Просто жесть. Нет слов. Так, кошмарка. Кошмарка 1.5. Побежали. Тан-та-тан-тан-та-тан-тан-та-тан. Супер просто. Просто супер. Супер мега удача у нас сегодня. Так, немножко заморозки. И мы сейчас тут сольемся. Как обычно, мы сливаемся на этим. Как они мне не нравятся. Разрухи эти. Давай, давай, давай. Ой, как хорошо, не дали ему зарядиться. Просто супер. А вот теперь вопрос, может ли Анубис что-то сделать. Он ничего не сможет здесь сделать. Зачистили-то мы, конечно, всех. Но, как видите, очень мало. Очень-очень мало работает метель. Можно было бы с тыквы начинать, но она очень быстро сольется. Пока прокачивать я ее не хочу. Так, попробуем. Попробуем вот так вот снизу. Вот есть разгончик. Так, этого можно приморозить. А ну без бей. Ворожай. Так, ну вроде нормально. Ух ты, тыковка просела. Отхил ворожай не дает вообще. Не, нормально, все, вот дал отхил. Теперь, думаю, должны затащить. Ну жестко, жестко как-то бьют. Что-то ворожай вообще печалька. А как видите, Анубис мешает тыковке бить. Ну и тыква встанет. Конечно, ей свиток нужен. Со свитком тут был бы вообще полный трэш. Но для этого надо ей делать эволюцию. А вот теперь она разогналась на изи вообще. Ну, так вот, плюс еще одна кошмарка 1.5. Давайте просто попробуем трешануть.
Еще на одной. Ух ты. Ну, в принципе, тут ничего страшного нету в ней. Можно начать отсюда с купидонов. Нубис. Так, смотрим его урон. 100 с чем-то тысяч, неплохо. Ну, он тут за 2-3 залпа, если под бафами, просто их сметает. Без проблем. 1.5, 1.6. Вот. Главное, чтобы тыковка била. Видите, она за Анубисом бежит, получается. И немножко проблемно. Он доспехом своим сносит все вокруг. В таком случае все-таки лучше ложный выпад. Победный, точнее. Ну, затащили. Один семь. Атланты. Ну, думаю, атланты нам тут проблем тоже не создадут. Раз, два, три. Вовремя надо его заморозить. Так, все, на нем разогнались. Ну, теперь должны без проблем дальше затащить. Тыковка, давай, 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 баф. Дракона слить надо. Все, гуд. 1.7. Тоже без проблем. Кошмарка 1.8. Тут тоже можно начать снизу. Даже лучше всего. Так, раз, два. Усиление. Вытаскиваем всех сюда. Ой, Анубис. Анубис что-то очень долго бил. Пока забежал. Ну, тыковка вроде дала разгон, вообще супер. Должны затащить. Без проблем. Изи просто. Вот что значит тыква с воодушевлением. Она бьет себе просто заборы, они все бегают вокруг. Так, 1.8. Есть. Со свитком, конечно, тут бы очень все быстро все летало. Так. Тут уже поинтереснее будет. Ну, думаю, все равно затащим. Так, раз, два. Пробуем вот так. Нормально пробивает. Усиление. Смотрим. Блокируем их всех, чтобы они добежали. Ну, вот все. Тыква дала разгон, все. Пофиг. Просто пофиг, все. Один девять. Ну и давайте уже последнюю затащим. Кошмарка 1.10. А тут просто начнем вот отсюда. Опять же, начиная с Анубиса, усиление, и смотрим. Первый залп. Вот варлок, сволочь, подпортил все. Ну, в принципе, это не страшно. Так, тыковка слилась. Ну, это уже более проблемно. Хотя мы башни все слили, все, у нас тут остались только одни таблетки. Все. Первую линейку кошмарок мы просто затащили. Это все, в принципе, благодаря Анубису.
с грубой силой. С БВшкой, думаю, он тоже будет аналогично сливать. Так. Так. Ну, не знаю, блин. Реально круто. Словили все ремки, которые нам надо. Это просто жесть, ребята. Я сам в шоке еще. Все. Есть. Ну. Вот так вот. 100 самов дожидали нам. Давайте теперь на оставшиеся ворожея перед сном подкачаем чутко. До 200-го будем его гнать, потому что нам нужны книги. Вот так даже две подземочки осталось. Так, ну, не знаю, мне просто ради интереса кошмарку еще 2-1 хочу посмотреть, что будет. Какой там сейчас будет у нас трешак? Кошмарка 2-1. Самая злобная, наверное, для многих. Ну, не для нас, конечно же. Анубис, бей. От Варлока нам прилетело. Но ничего. Мы просто ее на изи, ребята, проходим. Походили, точнее, пока я не сказал на изи. Все, тыковка сейчас у нас подустанет. Ну, в принципе, мы ее затащим. Видите, тыковке надо все-таки кубок. Сейчас у нас ануба сольют. Ну, героев слили, то есть это уже показатель. В принципе, все, пишите комменты обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты. Это реально трэш-контент и трэш-сервак. Все, всем пока.